Здравствуйте, с вами Галина Кудряшова и программа «Город здоровья». Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное в этом выпуске. Осмотрели прямо на борту. Теплоход со столичными врачами остановился в Рязани. Проект строительства онкодиспансера и реабилитационный центр, когда появятся медицинские учреждения. Новый штамм гриппа. В Рязани набирает обороты прививочная кампания. Эстетическая реставрация. Где и как сделать зубы красивыми. Новые медицинские учреждения появятся в Рязанской области. В планах региона строительство онкодиспансера и переориентирование бывшего санатория «Сосновый Бор» в реабилитационный центр. О том, когда объекты будут сданы, расскажем далее. В Рязани построят новый онкодиспансер. Он станет клиническим. На его базе будут развиваться современные технологии и научные разработки. Сейчас создан проект учреждения. За основу был взят план действующего диспансера в Курске, который адаптировали под потребности нашего региона. Объект должен быть, конечно, самым высокотехнологичным. И заявка наша еще пока не отвергнута, рассматривается Минздравом. Ну, для этого нужны, естественно, федеральные дополнительные средства в рамках НАЦ-проекта. Они уже и так распределены. Мы будем рассчитывать на дополнительные средства и помощь, конечно, наших депутатов. Строительство нового онкодиспансера на 255 коек планируют начать в 2021 году. Он призван помочь снизить смертность от онкологических заболеваний в регионе в течение ближайших нескольких лет. Губернатор также отметил, что высокие показатели онкозаболеваемости в Рязанской области свидетельствуют о росте выявляемости на ранних стадиях, а не об увеличении количества заболевших. Если бы кто-то хотел скрыть и попасть на более высокие места в рейтингах эти вещи, то мы бы этим не занимались. Мы этого не скрываем для себя особенно и для всех остальных. Мы хотим, чтобы помочь людям в большей степени, в большем объеме. Только и все, чтобы они действительно либо значительно продлевали жизнь себе после лечения, либо выздоравливали. Другим важным объектом, появление которого ждут с нетерпением, является реабилитационный центр на базе санатория «Сосновый Бор». Он станет уникальным для России местом, которое обеспечит медицинской помощью детей-инвалидов, в том числе с тяжелыми формами. Сейчас уже прорабатывается с нашим Минздравом возможность получения лицензии как раз по этому направлению, по медицинской, не социальной, а медицинской реабилитации детей-инвалидов. Мы сознательно не только на социальной реабилитации будем делать акценты. Это будет социально-медицинский реабилитационный центр. В Сосновом Бору планируют организовать 4 стационарных отделения на 400 койко-мест, где ежегодно будут проходить бесплатную реабилитацию 2500 жителей региона. Кроме того, в санатории будут работать процедурные зоны для физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, занятий в бассейне для маломобильных групп пациентов. Особое внимание планируют уделить созданию условий, приближенных к домашним. Так, например, в новом центре дети смогут проходить реабилитацию вместе с родителями. У нас всего детей-инвалидов в Рязанской области 3706 насчитывается. Из них действительно с тяжелыми формами заболевания около сотни. Около сотни. Вот 400 мест в Сосновом Бору, которые мы планируем открыть, конечно же, обеспечат возможностями и детей-инвалидов по реабилитации. Для проведения ремонта и оснащения центра необходимо порядка 700 миллионов рублей. Средства выделят из областного бюджета в виде целевой субсидии. В текущем году 373 миллиона рублей уже направлены на проведение проектных работ и ремонт всех инженерных коммуникаций, реконструкцию котельной и благоустройство. Открытие госучреждения планируется в первом квартале 2021 года. Врачи федеральных медицинских центров посетили пациентов в 8 регионах, в том числе и Рязани. Специальный теплоход отправился из Москвы по рекам Волги и Оке. Врачи организовали бесплатный прием прямо на борту, где находилось все необходимое оборудование. В первую очередь осмотрели тяжелобольных детей, заранее записанных местными Минздравами, на консультацию у столичных медиков. У кабинетов медицинских специалистов собралась очередь. 9 сентября в областной детской клинической больнице имени Дмитриевой прошел необычный прием. Сюда приехали специалисты ведущих медицинских центров страны. Ортопеды, травматологи, эндокринологи. Это далеко не полный список врачей, которые проводят прием в ОДКБ. Каждый день, ну, как детские ортопеды, мы смотрим порядка 40 детей. И частично направляем, кому показано, оперативное лечение или на консультативный прием, уже непосредственно к нам в Москву. Приемы врачей-специалистов проходят в рамках акции «Волна здоровья». Врачи из разных медицинских центров страны путешествуют на теплоходе по разным городам, консультируя детей, состоящих на медицинском учете в региональных органах здравоохранения. В этом году врачи посетят такие города, как Москва, Дубно, Рыбинск, Плёс, Кинешма, Нижний Новгород, Муром, Рязань и Коломна. Мне кажется, это хорошее дело помочь пациентам, которые не могут, к сожалению, добраться до нашего региона по каким-то причинам или не могут к нам непосредственно доехать.
и, соответственно, на местах провести обследование. И кроме того, так как мы много специалистов разных специальностей приехало на теплоходе, у нас очень часто бывают такие коллегиальные вместе пациенты, которых мы смотрим одновременно, можно сказать, сразу разные специалисты отправляем друг друга. Врожденный порог развития спинного мозга, детский церебральный паралич, нарушение зрения, слуха. Детей с этими и другими заболеваниями консультируют врачи. Перед их приездом готовят списки тех, кому консультация необходима. Детям оказывают помощь и могут отправить на лечение в свой центр. Нужно записаться и приехать на консультативный прием. Захватите мою справку, потому что тут написано «Проведение дополнительного исследования УЗИ мягких тканей наружного края правой стопы». Условия именно нашего института. В каждом городе специалисты проводят прием только один день. Рязань стала предпоследней точкой их маршрута. Сейчас специалисты направляются в Коломну. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Пропаганду пользы йодированной соли предложили ввести в России, ведь ее употребляют менее 30% жителей. С такой инициативой выступил директор НИИ детской неотложной хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По его словам, ежегодно в помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с болезнями щитовидной железы, которые связаны с нехваткой йода. Чтобы улучшить ситуацию, Минздрав разработал законопроект, согласно которому с 2020 года будет введено всеобщее йодирование поваренной соли и применение ее в продуктах. Планируется сделать обязательным ее использование при производстве хлебобулочных изделий. Эстетическая реставрация – новое веяние в стоматологии. Врачи признаются, что если 10 лет назад люди просто хотели восстановить функцию, например, жевание или правильного произношения звуков, то теперь делать это нужно красиво. Как и где создать идеальную улыбку, расскажем далее. Вылечить кариес, создать один или несколько недостающих зубов, восстановить целостность зубного ряда – это и многое другое помогут сделать специалисты клиники «Альфа-стоматология». Они отмечают, что эстетическая реставрация – это большой комплекс самых разных процедур. Особой популярностью пользуется отбеливание. Зачастую, особенно вот в Рязанской области, у нас большая проблема с флюорозом, когда зубы принимают из-за повышенного содержания фтора в питьевой воде, приобретают такой коричневый оттенок. Есть районы у нас, Спасский, Клепиковский, где эта проблема очень остро стоит. Можно исправить этот цвет, соответственно, зубов. Сегодня врачи могут провести тотальную реставрацию на одну или две челюсти с использованием различных методик протезирования, восстановить целостность зубных рядов, установить виниры и коронки, а также провести коррекцию, например, сколов или трещин зубов. Можно исправить форму, если зуб немного развернут, или он от рождения, например, шиповидный, или какой-то формы, ну, не очень, да, скажем, эстетичной, особенно в переднем отделе. Все это можно исправить. Стоит отметить, что стоматология становится более точной и прогнозируемой наукой, которая берет на вооружение лучшие современные технологии. Как будет выглядеть конечный вариант, вы узнаете еще на консультации. В клинике «Альфа-стоматология» проведут компьютерный анализ полости рта и сделают несколько цифровых версий протеза. Пациент выбирает тот, который ему нравится, после чего на 3D-принтере изготавливается временная модель. Мы пациенту в полость рта уже помещаем пластмассовую модель. Да, то есть он примерно может оценить, как это будет выглядеть по форме, по цвету. Он может, соответственно, с этими зубами походить несколько недель, собрать мнение, послушать родных, близких, друзей, сам понаблюдать, да, насколько ему это нравится, комфортно и удобно. После согласования всех нюансов изготавливается постоянная эстетическая конструкция, как правило, из керамики или диоксида циркония. Зубки выглядят естественно, или точнее будет сказать, идеально. Процедура в клинике «Альфа-стоматология» занимает всего несколько дней. Большим плюсом является то, что конструкции не требуют специального ухода, достаточно стандартных гигиенических процедур. Ими можно употреблять в пищу практически все, что своими зубами, ну, за исключением там орехов, сухарей и так далее. То есть то, что, в принципе, и своими зубами кушать нежелательно. Срок службы конструкции зависит от ухода и может достигать 30 лет. Для этого нужно чистить зубы 2 раза в день, пользоваться ополаскивателями и зубной нитью, а также регулярно посещать врача. Клиника «Альфа-стоматология» работает ежедневно и находится по адресу улица Дзержинского, дом 33, корпус 1. А с октября этого года открыта новая просторная клиника «Альфа-стоматология» в торговом центре «ЁЖ» возле Дворца молодежи на Полетаева. Прививочная кампания против гриппа в разгаре. В рамках нее планируют привить не менее 50% населения. Уже заготовлено более 181 тысячи доз для взрослых. Врачи напоминают, что своевременная вакцинация помогает предотвратить риск возникновения осложнений и летальных исходов.
Вакцина двух типов поступила в рязанские больницы. Это Совигрипп и Ультрикс. Они включают в себя два вида гриппа А и один вид гриппа Б. Вакцина составлена с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения на основе прогнозов того, какой вирус будет циркулировать в этом сезоне. Гриппозная вакцина за счет того, что вирус изменчив гриппа, она обновляется ежегодно. Поэтому прививаться нужно ежегодно. Вакцина должна быть вновь выпущена. И если жители будут приобретать вакцину в индивидуальном порядке в аптеках, то есть смотреть на дату производства вакцины. Уже получена как взрослая, так и детская вакцина. Это более 30% от заявленного количества. Специалисты планируют в этом сезоне охватить прививками более 50% населения. В рамках национального календаря прививаться будут определенные контингенты населения. Это дети дошкольного, школьного возраста, студенты, работники профессий, которые по роду своей деятельности имеют множество контактов, да, медицинские работники, работники образования, транспорта, сферы услуг, призывники, беременные женщины. Эти и другие категории населения будут привиты бесплатно в поликлиниках по месту жительства и здравпунктах. Специалисты отмечают, что своевременная вакцинация поможет предотвратить риск возникновения осложнений, в том числе в небольничной пневмонии, и снизит уровень летальности. Прошедший педсезон нам показал очень хорошие итоги иммунизации, поскольку состав вакцины был полностью угадан. Вот. И за счет достаточно большого охвата прививки населения, 42,5% населения области были в прошедшем сезоне охвачены иммунизацией против гриппа. За счет этого прошедший эпидсезон характеризовался умеренной интенсивностью, более короткой продолжительностью. Стоит отметить, что сентябрь и октябрь являются наиболее благоприятным временем для прививок, ведь в этот период в воздухе нет вируса и случаи заболевания гриппом не регистрируются. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Депрессия – не состояние души, а клинический диагноз. И с наступлением осени он проявляется все чаще. Когда начинает бить тревогу? И как еще на ранних стадиях избежать тяжелых последствий, выяснила наша съемочная группа. Обращаются лишь на поздних стадиях, ведь депрессию можно перепутать с целым рядом заболеваний. Чаще всего люди жалуются на пищеварение, сердце, отсутствие сна, усталость на работе. Врачи отмечают, что до 70% пациентов, которые обращаются в общетерапевтическое отделение, на самом деле имеют тревожно-депрессивное расстройство и получают неправильный диагноз. Более 2 недель. То есть человек может погрузить день-два. Отсутствие какой-либо значимой, чаще всего, психотравмирующей ситуации. То есть если у кого-то кто-то погиб или еще что-то, мы понимаем, что это траур. А здесь вроде бы вот все бы нормально, но все как бы не то. По наблюдению специалистов, сейчас все чаще депрессия протекает по внегоспитальному варианту. То есть нет жалоб на безумную тоску, но становится труднее вставать с постели, не можешь раскачаться в первой половине дня, простые вещи начинают казаться сложными, снижается работоспособность. Нарушается ритм сердца, он чаще учащается, и мы опять бежим куда? К кардиологам, разумеется. А появляется сухость во рту. Вообще сухость слизистых, да? Вот. Появляются какие-то мысли в голове о собственной какой-то никудышности, о собственной несостоятельности, о том, что у меня ничего не получится. Люди начинают с трудом планировать проспективно будущее, строить план, говорят, что живут сегодняшним днем. Вылечить депрессию можно. Вмешательство зависит от стадии. Если работоспособность снижается процентов на 70, а ухудшение настроения обычно бывает осенью и весной, но к Новому году или лету вы обычно приходите в себя, и это не выбивает вас из колеи, то беспокоиться не стоит. Побольше гулять, вот, побольше положительных эмоций, побольше кушать бананов, там серотонин. Хорошая компания, хорошие друзья, наличие каких-то хобби, музыка хорошая, почему нет, хорошие фильмы. То есть вот тогда, когда это как бы ложка к обеду, то есть когда это еще как бы способно качнуть в хорошее настроение, человеку надо просто прожить тяжелых, ну, например, субъективно для него месяц или пару месяцев. Однако не нужно бежать в спортзал или на тусовку из последних сил. Если приятные мелочи не могут поднять вам настроение, то это повод обратиться к специалисту. Вариантов лечения несколько. Можно менять точку зрения человека, психологические паттерны. Можно использовать медикаменты. Часто нам приходится слышать, что вот сейчас я начну пить антидепрессанты, я стану наркоманом, вы сделаете меня зависимым, и все, моя жизнь там пойдет под откос. Это неправда. Когда врач квалифицированно назначает фармакопрепараты, значит, они там нужны. Значит, польза от них будет однозначно больше. В то же время не стоит делать необоснованных изменений в жизни. Например, менять работу или ссориться с близкими. Это признак депрессии. Достаточно изменить свое отношение к жизни, и она вновь заиграет яркими красками. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. До встречи в эфире.